Покровский пряник, суздальская медовуха и владимирские колбасы. Визит министра начался с продовольственной экскурсии, которую провела для него губернатор Светлана Орлова. Угощения от местных производителей главе Минсельхоза пришлись по вкусу. Он отметил, что 33-й регион Министерства сельского хозяйства своими показателями радует. Вы действительно очень серьезно прибавили. По молоку практически выше на уровень самообеспеченности. Должен сказать, что далеко 70% субъектов Российской Федерации не справились с этой цифрой. Они только к этому тянутся, к этому стремятся. По яйцу, по мясу птицы, по многим позициям овощам вы сегодня в том числе в этом тренде. По словам министра, главная задача для дальнейшего развития – переоснащение сельского хозяйства, причем не импортной, а российской техникой. На эти цели в этом году государство выделило более 5 миллиардов рублей. В следующем сумму обещают увеличить сразу в 2 раза. Ощутили поддержку и во Владимирской области. В текущем году у нас на поддержку села в области в областном бюджете предусмотрено 22,8 миллиарда рублей. Это больше, чем на 20% увеличение по сравнению с прошлым годом. В селе проводится закупка новой техники. В прошлом году закуплено 62 трактора, 20 зерноуборочных комбайнов, большое количество другой техники и механизмов. В планах у руководства области полностью обеспечивать регион продуктами собственного производства. Пока хуже всего показатели по мясу, но губернатор уверена, это ненадолго. Планируем увеличение стада, и это реальные вещи, да? Конечно, важный фактор, что мы стали делать и другие, как бы, это разведение фермеров, кролики, это индюшки, это сегодня новых 17 фермерских хозяйств, и вы уже сами ощущаете даже по цене продукции. Торговля возле дворов, прямо в городах и так далее. Желание работать на земле в деревнях и селах есть, говорит механизатор Сергей. В сельском хозяйстве он трудится больше 20 лет, но в соревнованиях на звание лучшего пахаря принимает участие впервые. Мандраж какой-то был сначала, так ничего. Нормальные впечатления, хорошие. Побольше бы таких конкурсов, побольше бы денег уделяли на сельское хозяйство, было бы все вообще прекрасно. Все замечательно бы было у нас в сельском хозяйстве. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал.